Ну, смотри, что у меня намечается. Вот тут бассейн, я тут все расчистил. Бассейн, получается, рядом с моей крепостью, которая у меня, из нее образуется, в общем, полноценный замок. Вот эту эстакаду, которая из него выходит, я ее как-то, не знаю, как мне у тебя, сделаю ее подземной, чтобы... И потом сделаю подъем. Потому что так некрасиво. Здесь вот у меня, смотри-ка, что тут намечается. У меня тут деревце, которое надо будет... Что-то я его забыл тут. Отсюда его выпилить. Так, я отсюда не достану, да? Давай немножко на шифте выдвинемся. Все, отсюда я его уже достану. И вот это еще серединку. Ну что ты не достаешь-то? Что ж такое-то? Давай-ка еще разок. Вот, теперь вся эта листва должна опасть. Сейчас, а мы сможем уже что-то тут обозреть. Вот, вот мой бассейн. Даже тебе тут не могу его показать. Придется вот такую к нему приставную лесенку сделать. Вот он. Бассейн. И вот она, крепость. Прямо рядом. Слушай, вот и здесь вот эта вот вся площадка. Так, вот смотри, дерево мы еще не доделали. Тоже надо убрать, чтобы тут все у нас готовилось. Уже. Нашему триумфу благоустройства. Давай-ка тик. Подпрыгнули. Прекрасно. Далее, вот здесь. Прекрасно. Теперь вот здесь. Прекрасно. И вот это тоже вырубим. Зато древесина у нас будет. Завались. Так, не достаешь? Сейчас достанешь. Ух ты как, а тут что это за листва у меня тут по бокам? Надо ножницы под нее. Так, вот здесь вот надо вот эти висячие деревья тоже все убрать. Ну, может, не все за один раз, конечно. Перспективе. Так, не хочешь, да? Еще разок. Ну, зато, как говорится, знаешь цену труду. Так, это все собрали. Вот, и вот эти вот надо деревья будет. Вот эта листва вся тает, да? Она не вся тает, он тут остался. Зараза. Сердцевинка. Так, подпрыгнем сейчас ловким движением ковбоя, вынимаем топор, все, вот там еще, так, мы сейчас туда подойдем, вон, видишь, вот эта вся боковинка, так, вон еще остается, все, теперь она опадет. И вот здесь. Вон там наверху еще дофига бревен. Ну это ветки. Что ты хочешь? Так. Ну, конечно, топором листу вырубать. Не каменфо. Так. Топор кончился. Берем еще один. Так, собираем ценную древесину. Так, вот нас вон туда надо будет как-то встать. Вот, я думаю, дотянемся. Ну-ка. Да, все. И вот здесь. И вот здесь еще. По-моему, все. А, вот эту вот надо березку. Все, до сердцевинки. Как земля-то на ней оказалась, что-то не могу понять. А здесь как?
Так, здесь вот так. Так, вот здесь еще стволик. Все. Топором листву рубить это нехорошо. Все, вот это сейчас все растает. Ну, прекрасно. А вот эту землю, остатки тут сейчас мы дотюкаем. Ну все. Теперь касательно бассейна и виллы. Я вот не знаю, теперь хотел виллу, но получается, что у меня тут бассейн рядом с крепостью, блин. Так, ну как делать-то? Черт, как тут быть? Сейчас поразмышляем.